Добрый день, дамы и господа. Кубок столицы 2020 продолжает свою работу на паркете спорткомплекса «Велодром Минск-Арена». И я приглашаю на паркет пары, принимающие участие во втором конкурсном отделении. Рождественских и новогодних праздников танцоры решили в очередной раз помериться силами и узнать, кто же из них лучший на турнире Кубок столицы по спортивным байкам. Итак, определять победителей, выбирать лучших сегодня будут Наталья Костылева, Украина, Сергей Михеев, Россия, Владимир Шнырев, Россия, Игорь Саранович, Украина, Катерина Спаситель, Украина, Анна Владыкина, Украина, Алексей Золотаревский, Россия. Республику Беларусь представляют Марина Баслык, город Минск. Елена Горбенко, Минск. Оксана Киреева, Минск. Артем Козыра, город Минск. Елена Козыра, Минск. Роман Легкоступов, город Витебск. Виктория Решнева, Лида. Сергей Миклашевич, Гродно. Владимир Парахневич, Минск. Сергей Подкас, город Заславль. Светлана Сатырева, Гомель. Алена Сотникова, Минск. Наталья Филимонова, Минск. Главный судья соревнований Александр Леонтьев, Минск. Ну что ж, судьи представлены, спортсмены готовы, можем начинать. Уважаемые судьи, вы готовитесь к началу своей работы. Участникам пожелаем удачи, провожаем их с паркета.